Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Я уже 4 года живу в Турции и знаю обо всех аспектах жизни в Анталийском регионе. И делюсь на своем канале самой полезной информацией, показываю красивые места, которые рекомендую посетить, раскрываю секреты быта и делюсь лайфхаками, которые помогут вам насладиться пребыванием в Турции. Сегодня в моем видео я вам расскажу о 5 самых важных вещах, с которыми столкнется каждый турист и которые необходимо знать об отдыхе в 2020 году. Открытие сезона несколько затянулось, ну, сами понимаете почему. Но, как говорится, все проходит, пройдет и это. И теперь настала пора отдохнуть. Для тех, кто впервые на моем канале, рекомендую подписаться, поставить туркиш лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Итак, тема видео – 5 новых условий для отдыха в Турции. Отстегните ремни, мы приехали! Первое нововведение. На пляже будет соблюдаться теперь социальная дистанция. На лужайках будут круги, а шезлонги будут расставлены на расстоянии 2 метров друг от друга. На полотенцах теперь загорать нельзя. Ясак. Теперь надо пораньше вставать и выходить, занимать лежаки или брать с собой карманный лежак, если у вас такой, конечно, есть. Курить нельзя на пляже. Штраф от 400 лир. Папаша, огоньку не найдется. Здесь курить нельзя. Сигара ясак. Зато теперь на пляже не будет окурков и табачного дыма. Теперь, чтобы покурить, нужно выйти за территорию пляжа, а если трудно поднять жопу, то затянулся, заплатил. Вот что мне сказали работники на пляже. Пляжарда сигара ишмек ясак. На пляже курить запрещено. Кстати, в кафе и транспорте тоже есть социальная дистанция. Второй пункт. При заезде в отель теперь вы будете проходить через тепловизор. Проверяют температуру, обрабатывают дезинфектором ваш багаж и только потом вас заселяют в продезинфицированный номер. Теперь шведский стол будет вместе с шведом, который все будет пробовать за вас. Ну, конечно же, шучу. Работник отеля в специальной одежде будет накладывать вам на расстояние вами же выбранные блюда. Положили и кушайте на здоровье. Кстати, есть тоже нужно будет теперь на расстоянии и специальной маске. Многие из вас будут отдыхать в съемных апартаментах. Вам это нужно знать. Во многих комплексах уже начали работать тренажерные залы, хамамы, а главное бассейны. Но есть и такие комплексы, где в этом году бассейны не будут открываться. Уточняйте при бронировании. Кстати, многие спрашивают о ценах в этом сезоне. Пока на аренду цены никак не изменились. Друзья, проходите по ссылке в описании к этому видео, смотрите каталог недвижимости, там много выгодных предложений. Вступайте в группу в Telegram, мы там делимся полезной информацией. Не заплывайте за буйки и берегите голову от солнца. Поставьте туркиш лайк, ведь потом ведь забудете. Поделитесь этим видео и подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Да пребудет с вами сила! Третий пункт. Кафе и рестораны. Теперь туда пускают внутрь только с масками. Некоторые рестораны выдают маски при входе. Если хотите на улице посидеть, то маску и вовсе не спросят. Расстояние между столами увеличилось, а столов, соответственно, стало меньше. В кафе и ресторанах теперь, возможно, придется ждать своей очереди, чтобы посидеть за столиком. На столах стоят дезинфекторы, спиртовые растворы и колония. Занимайте места заранее и готовьте с собой печеную картошку, если вдруг не попадете в ресторан. Теперь везде нужны будут маски. Пошли на дискотеку, а там все в масках. И угадай, где тут твоя судьба? Кого приглашать на танец? Ведь под маской может быть любой сюрприз. Четвертый пункт – путешествия. Чтобы отправиться теперь в путешествие по Турции, в другой город, например, вам понадобится заплатить за билеты в 2 раза больше денег. Так как платите за свое место и за место пассажира рядом, социальная дистанция. В городских автобусах отменили 50% заполняемость, а в автобусы пускают только в масках, как, собственно, и во все магазины, за исключением мелких лавочек. Такси – то же самое. Они нормально работают, тарифы те же, но… Обязательно нужны маски. Пятый пункт – групповые экскурсии. Теперь будут они стоить дороже. Пока планируется 50% заполняемость. Ну а яхтенные туры уже начались. И тоже с соблюдением социальной дистанции. Как? Все очень просто. Часть вашей компании будет находиться на корабле, часть будет плыть рядом, ну, чтобы была социальная дистанция. Шучу, конечно же. В данный момент от причала можно отправиться в частный тур. Стоимость от 20 долларов. Это самые важные новые правила, о которых нужно знать.
Предупрежден, значит вооружен. Хорошего всем отдыха, ведь отдыхать лучше, чем работать, тем более у нас здесь Турция. Что-то еще наверняка изменится, что-то не будет исполняться. Пишите в комментариях о вашем опыте. Неделю назад были открыты пляжи, и я собственными глазами видел, что загорают на полотенцах, купаются, дети бегают, шезлонги сдвигают. И, несмотря на запреты, очень многие правила не работают. Власти пытаются сделать так, чтобы борьба с вирусом не мешала отдыху. Результаты радуют, жизнь налаживается. Уже работают яхтенные туры, летают парапланеристы, фуникулеры работают, то есть канатная дорога, со скидками. А к вашему приезду все уже наладится. Так что ждем в гости. Дин дон дэй, ма салям, гэйдо, гиле-гиле. Ну и наконец просто чао, друзья.